такая контратака, да? Очень здорово комбинациями начал контратаковать Чагаев. До этого он делал обычно это, ну, я имею в виду в начале этого поединка, одиночными ударами старался. Сейчас он подключает комбинации. Нет, молодцы. О-о-о! Опа! Левый прямой! Нет, это был левый боковой. Ну, нет? Такой полубоковой, полупрямой. Здорово! Соперник в нокдауне. Сейчас это придаст силы Чагаеву. Цепится. И снова он в атаке. Большой папочка в очень тяжелом положении. В очень. У большого папочки большие проблемы. Да. Кровь стала заливать глаз все больше. Еще раз слева. Опа, потряс, канаты потряс. От падения спасают Брауна. Только канаты. В углу пытается добить. В тяжелом положении Лукас Браун. Тяжело ему стоять на ногах. И устал. Но истекают секунды раунда, к сожалению. Гонг спасет его сейчас. Говорил Браун, что будут за него болеть 24 миллиона австралийцев. Ну, они болеют, наверное. Кто-то даже шутил, что среди этих австралийцев будут и кенгуру. Жестокая. Ой-ой-ой-ой-ой. Удар справа. Заигрался в своей атаке Руслан Чагаев и пропустил удар справа. Тяжелый удар. Вот вам и драма в Грозном. Вот вам и драма в Грозном. Посмотрите, в тяжелом положении Руслан Чагаев. Браун на добивание идет. 40 секунд, 40 секунд. Еще несколько мощных ударов. Руслан закрывается за блоком. В тяжелом положении Руслан Чагаев. Чемпион в тяжелом положении. Еле держится. Тагрисадулов вмешивается и останавливает поединок. Лукас Руслан Браун недоволен, но... Новый чемпион мира по версии WBA. Руслан Чагаев упускает победу. Буквально вот... Ну, она была у него в руках. Практически в руках. Чуть-чуть осторожности. Один пропущенный удар, да. Ребята, как банально это не звучит, когда мы об этом говорим постоянно, что когда остается шанс на один удар, ты еще не проиграл, да? И в супертяжелом весе это особенно. Особенно в супертяжелом весе. И каждый удар может решить исход поединка. Ну, нечто, конечно... Да, огромное разочарование сейчас в зале, и у вас, друзья, которые смотрят. Люди, это... весь зал на ногах, весь зал на ногах, никто не сидит. Все просто ошарашены. Руслан предъявляет претензии к Кристодолу, но посмотри, даже сейчас, когда он беседует, он не твердо стоит на ногах. Нет, конечно, рефери был прав. Друзья. Посмотрите, как тяжело падает Руслан. Очень тяжелый нокдаун, и много ударов он пропустил. Вот, посмотрите, он пропускает эти удары. Даже через перчатки они очень жестокие. Здесь, ну, рефери в таких случаях обязан вмешиваться. Когда боксер пропускает такое количество ударов и не отвечает, установка для рефери – вмешиваться и останавливать поединок. Здоровье дороже, конечно. И здесь также Руслан сам, как боксер, должен понимать вот эти ситуации. А поскольку он в таком тяжелом положении находился, он уже не мог отвечать на удары. Но вот такое решение было принято. Вот он, чемпионский пояс, который лежал буквально рядом с нами. Да, ничего ведь не предполагало этого, да? Еще раз скажу, всегда говорят, что есть шанс у боксера на один удар. Но казалось, Руслан, ну, полностью контролирует бой. Буквально на долю секунды потеря концентрации, и все, друзья. Да, неосторожно это пошел вперед. Это супер тяжелый вес. Пропустил удар, который не видел. А удар, который ты не видишь, и повергает тебя. Да, он сам. Тогда он был очень тяжел. Настолько тяжелый, что даже Браун при всем ограниченном арсенале смог без особых проблем пойти на добивание. И ну, очень там, просто это делал. Но там это уже было элементарно. Да, вот так вот. Главное тем событие более, вечера и... Удар у него сильный. Апсет. Какой громкий апсет. Да, апсетище, я бы сказал. Явным фаворитом. Явным фаворитом был Руслан Чагаев. Да, он не только был фаворитом, он вел это. Он выигрывал, кроме одного, все раунды.
И такая концовка. Да, причем, ну, у меня была возможность узнать судейский счет. Руслан выигрывал настолько уверенно, что ему действительно оставалось только лишь достоять до конца. Еще раз смотрим повтор. Вот он. Открылся, да, опустил левую руку. И короткий, четкий удар. Он его не видел, он сам был перед этим в атаке. Ну что ж, а пояс чемпиона у Лукаса на Брауна, друзья. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию.